Ладно, здорово, привет, дружище, усаживайся поудобнее. У нас сегодня выходит позднее видео, да, но лучше позднее, чем никакое, да. Как бы лучше какие-то просмотры, чем никакие, но тем не менее. У нас сегодня пельмень, это бездонатная рубрика, это аккаунт с нуля, который я развиваю, вот. И да, ребят, там особо прошлое видео не набрало просмотров, не набрало от вас никакой активности, ни комментариев, ни лайков, ничего. Короче, если тебе важен пельмень, да? Вот, ты хочешь, чтобы эти выпуски выходили почаще, и то, ну, как бы, поддержи эту рубрику, то лайк несложно поставить, там, ну, даже подписаться, да, если вдруг ты без подписки смотришь или не зарегистрирован на Ютубе, как бы, ну, тебе, понимаешь, тебе это буквально несколько секунд, а для меня это хорошая мотивация чуть ли не каждый день выпускать пельмени, потому что заняться на пельмени есть чем, короче, потому что, вот, к примеру, я тут уже пару игроков кикнул из гильдии, и надо еще, короче, повыкидывать вот управление. Ой, конский хер, до свидания. Дальше. Пельмешек, елки-палки, 2 дня чуть не заходил. Ну, дружище, до свидания. Так, Порнхаб 3 дня не заходил. Да уж, как бы, я говорю, типа, останусь, блядь, пятером. Или вообще гильдию распущу, но как бы давайте, бля, пацаны. Если вступили, то, как говорится, вступили. Вот. Не натупили, а вступили, да, ребятушки? Все нормально. Короче, сегодня вы увидите отрезок. В этом видосе вы увидите отрезок, как я ролил героев на пельмени. Просто вот, знаешь, брал вот так вот кнопку нажимал. Вот, вы со стрима этот отрезок увидите, потому что, ну, вы могли его не видеть. И как бы продолжим прокачивать ребят-героев. Кстати, наконец-то у меня стало чуть больше маны. И это прям очень хорошо. И надо не забывать мне делать вот так вот. Потому что по-другому, ребят, по-другому никак. Что у нас тут? Надо здание сейчас поставим качаться. Нескольких героев прокачаем. Посмотрим, что там мне выпало. Там видос будет с ништяками, с роллингом. Куда-нибудь я в какой-то момент вставлю. И еще хотелось бы, знаете что? Еще хотелось бы... А, ну тут у меня ништяков никаких нету. Вот, есть золото. Окей. А, вот. Вот. Я даже, смотри, я специально не прохожу дальше в этой акции, чтобы забирать, грубо говоря, эти слизи золотые. Ну, потому что они, как говорится, очень нужны. Потому что иногда, ну, как бы их появление на аккаунте зависит от расположения духа разработчиков. И, как бы, они появляются, по сути, только за халяву, да? И я думаю, что нужно использовать все возможности, чтобы их, скажем так, заполучить. Вот. Дальше. Смотри, еще что прикол. Надо прокачивать ману. Сука, просветы надо качать, а когда вместимость хранилища очень маленькая, ну прям вообще очень грустно, прям вообще очень печально. Так, есть, и у нас еще один строитель, а, во, мана вся качается. Ну тогда надо, не знаю что, надо 3478, во, ратушу до сих пор качнуть не могу. Какое здание бы нам еще качнуть? Давай, не знаю, давай с ума сходить, золото качать. Так, золото. А золото мы качаем за ману. У нас 18-й. Где у нас 5-е золото? Да, ребята, кстати, жду сегодня на стриме по PUBG. Так, улучшить. Есть. Так, летим дальше, друзья. Теперь мы просто берем вот это вот все, расчехляем. Короче, я еще сегодня в грибах был. Может быть, в телеграм-канале у себя там пару фоток опубликую. Вот, 15 лет в грибах не был, потому как бы так поздно видео выходит, потому что надо их собрать, потом почистить. Ай. Так, ладно. Мы продолжаем делать эволюции тем героям, у которых есть хоть какая-то эволюция. То есть, вот у меня тут тыква осталась. Не знаю, зачем тыква, но просто будет вторая эволюция, не спрашивайте. Короче, мне надо 4 героев поднять с первой эволюции до второй эволюции. Вряд ли я это сделаю за сегодняшнее видео, но как бы почему бы и не да. Вот, а потом уже начнем. У меня и ворожей там, и кого только не качать. Феникса, всех, понимаешь, всех нужно качать, но не всегда есть на это возможность.
Фух, так, мы перевели его на 180 уровень. Кстати, возможно, такая фигня. О, смотри, 279 этих слизней. Возможно, такая фигня. Что... Да, у меня, видишь, у меня книг на самом деле осталось-то. Сгулькин, нос. А дальше все. Дальше сасамба. Вот, так, и теперь мы можем ему делать вторую эволюцию. Давай паролим. На стриме. Там надо паролить пару тысяч. Заберем карточку и тогда сразу откроем. Дед Мороз. Эпиков давай. Все, типа я не в рот шатал, как паролил. А, нет. Просто ничего не падает. А, ну тогда и пыль. Блядь, тогда и демона. Тогда не знаю, тогда всех. Блядь, но мне самоцветы нужны. А, я не знаю, что делать. Где герои? Фрэнки, ёпта, серьезно. Триант, серьезно, блядь. Так, еще сколько тут не хватает? 450 самоцветов не хватает. Блин, я еще места на складе купил. Лох! Ай, блядь. Ай, типа, и до демона уже тут, знаешь, типа... Блин, ладно, все, останавливаемся, забираем. Получаем. Ну-ка, давай. Опа. 130. 130 у нас, да? Ну-ка, давай, сейчас мы тут наролим. Опа, оп, 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 оп. Давай побольше осколков нам там всяких. Что мы тут получили? И демона сколько осколков? 23. О, божечки. О, божечки. Так, подожди. Ваши подарки. А тогда это возьмем, сейчас все откроем. Блядь, а мне как бы на битву гильдии уже мало времени остается. Привет, привет. Так, вот это что? Херня полная, ну давай. Окей. Питомцев откроем. О, даже силушку, силушка поднялась. Даже силушка поднялась. Так, лиса. Ну и что у нас тут за карта, о чем мы оттуда ждем? Да у нас, в принципе, отсюда все есть. Ну давай, повторочку хорошую. Феникс. Ну и отсюда мы, конечно же, ждем лиса. Лис, приди! Как говорю, ну вы поняли, да? Так, продолжаем. Короче, что у нас тут? Эволюционировать. Повторок у нас нету, но у нас есть, смотри, ровно 60 тысяч КГшек. Вот, эволюционировать. Получаем 7 книжечек. И можем даже дальше качнуть. Ну, зеленых, синих книг нам не хватило. Этих там книг тоже не хватило. Короче, реально, ну, по сути, у нас прокачка идет только этими желтыми книжками. И, по сути, книги эти заканчиваются. Ну, опа, окей. Окей. О! Что у нас тут происходит? Надо еще не забывать про Фрею, что ей надо долбануть нормальный просвет, чтобы можно было, скажем так, нормальную эмблему ей поставить. Тут мы получаем 250 самоцветов. За что спасибо разработчикам. И... Ой, так, ладно. И
усовершенствовать. А, нету. Блин, ёлки-палки, кто зевнул вместе? За это мой... Но это, понимаете, для меня это новый вид зевоты. Короче, кто вместе со мной зевнул, те молодцы. Слушай, у меня все заканчивается. У меня мана заканчивается, у меня золото заканчивается. Как жить-то дальше? Неужели это все добро на стримах прокачивается? Совершенствовать, да. А вот, улучшить, добавить опыт. Все, просто полный чаурио. Ну и 66 книг, окей. Итого, она у нас теперь 200 уровня. Да, можем ему судьбу прокачать. А, и мы еще, что самое главное, можем взять... Вот что я сейчас получил? Фиг его знает, что я получил. Мы можем ему прокачать судьбу и прорыв. Ну, вот. И это круто. И плюсик у нас будет к карме и к силе. Ну, вот. Вот так вот, ребят. Так, золото расчехляем. Последнее, понимаете? Последние деньки у нас. Руна. Подожди, нет, не ему просвет. Мы ему просто берем. Я забыл, что делаем. Так, улучшаем. Все. Как бы недолго музыка играла, недолго улучшали. Ну, теперь просто берем и качаем прорыв. Так, давай воспламенение. Короче, авто. Воу-воу-воу-воу! Так, докачал прорыв, друзья. Слушай, а давай я вас не буду этой ночью мучить, и видео получится не таким уж и длинным. Силы вообще толком не прибавилось. Вроде вторая эволюция, вроде там прорыв, вот это вот все. А, как говорится, хер ли толку? Так, а у нас тут как бы опять мана заканчивается. И, слушайте, а давайте реально сделаем это видео коротким. Давайте это видео возьмет и закончится. Как вам кажется? Ну а вы ставьте лайки, и тогда я вам обещаю, что сделаю супер-супер длинное видео, там, где я буду, короче, мучиться и, ну, этих всех героев докачивать. Пожелаю тебе огромнейшей удачи и пока.